Британская компания Gordon Murray Automotive провела премьеру нового суперкара Т-50. Саму фирму основал бывший конструктор болида Формулы-1 Гордон Мари, или Мюррей в русской традиции. Этот же человек 30 лет назад подарил миру суперкар McLaren F1. Сам Мюррей принципиально подчеркивает, что его нынешний проект не чета прежним Макларена. Так что подъемные двери, характерную компоновку и могучий атмосферник стоит признать почерком мастера, а не попыткой выехать на старых идеях. Хотя одну идею маэстро точно взял из прошлого. У нового суперкара система активной аэродинамики имеет вентилятор. Нечто подобное, пускай на более примитивном уровне, было реализовано на гоночных болидах 40 лет назад. Вообще аэродинамика этого проекта продумана на высочайшем уровне. Так активная система имеет сразу 6 настроек. И чтобы не увеличивать лобовое сопротивление кузова, вместо боковых зеркал установлены камеры. Двигатель – разработка фирмы Cosworth. Притом англичане щедро осыпают этот V12 превосходными эпитетами. Что справедливо, с каждого литра рабочего объема мотористы сняли 166 сил, и это без применения надува. По настоянию Мюррея в этом движке нет ни одной детали, которая использовалась бы на других ДВС. Мотор весит скромные 178 килограммов, так как его блок и головки цилиндров отлиты из алюминия, а клапаны и шатуны выкованы из титана. Если активировать специальный режим, 48-вольтовый стартер-генератор добавит 37 сил на срок до 3 минут. И тогда силовая установка выдаст ровно 700 сил. Тяга на задние колеса идет через 6-ступенчатую ручную коробку передач. И очень жаль, что представители компании не поделились динамическими характеристиками. Хотя время для этого еще есть. Старт производства состоится только через 2 года. Так что финальные калибровки, видимо, впереди. В целях экономии веса ходовая часть выполнена без изысков, на обычных пружинах и амортизаторах, без регулировок клиренса и жесткости. Колеса крепятся центральной гайкой, а за ними скрываются углерод-керамические тормоза. Всего будет выпущено 100 машин, и каждую будут подгонять под конкретного клиента. Что неудивительно, когда стартовая цена переваливает за 2 миллиона фунтов, любой покупатель захочет индивидуальности.